Блин, ужасная работа, лучше бы я не увольнялся со старой. Какие-то нубы заключенные, блин, какие-то вообще, какие-то так, странные так, типы. Нычка. Так, ай, Scratch 1337, что это тут делаешь? Ну-ка, быстро я, на выход. Я кровать заправлял, честно, можете проверить. Кровать заправлял? Да. Ты уверен? Ну-ка, осмотр кроватей. Так, это... Ты что, меня закрыл, что ли? Да. А ну-ка быстро открыл. Смотри, у меня пистолет есть. Ой-ой-ой, ладно. Это я вот зашел. Ай! Захожу. Все, нормально, проверка пройдена. Пойдем на выход. Не-не, а я сейчас полотенце возьму, ты там постойте, да? Какое полотенце? Ты же не мыться пошел. Так, ну я сейчас, мне нужно взять просто. Так, ой, надо. Блин, эти новые надзиратели. Конечно. Эти новые надзиратели так. Везде, блин. Так. Оп, так все. Чисто. Оп. Пс, парень. Пс, дружи, чисто. Держи, да. Оп. Так, надо проверить-ка вот тот так, коридорчик. Алмазную монетку надо. Так, надеюсь, надзиратель не спалит. Ой! Скрэч 1337, что ты делаешь здесь? А, я подарок другу дарю, вот. Какой подарок? Где ты его взял? Я его купил. У кого-то честно, в тюрьме? Да. У прошлого надзирателя его, правда, уволили. Ай-яй, не стреляйте. Говори правду. Не стреляйте. Валим, братан, валим на спаление. Ладно, так, хотите, подарок этот вам достанется? А? Давай. Вот я его тебе поставил. Давай, ломай его. Убирай его отсюда. Блин, опасно. Давай. Оп. А, ну всего лишь креветки замороженные, на. Что за креветки? Да, просто кривет. Мистер так. Надзиратель, я кушать хочу. В столовую меня сводите? Надо тебе яблоко и обойдешься. Я в столовую пошел. У тебя проверка территории. У тебя внеплановая проверка территории. Да проверяйте, что хотите. Так, надо проверить под кроватью. Тут где-то что еще? Горшочек. Ага, горшочек. Пустой, все законно. Наверное, где-то что-то вот здесь. Да не, там вообще ничего не такое. Это какие-то нычки, да? Да в экран сломали. Ай, ногу попал. Это. Окей. Там все чисто. Все чисто, говоришь, да? Ну ладно, все, спите теперь вдвоем. Ха. Ну ладно, пойдем на выход, я дам задание. В столовую можно я. Да я сесть хочу. Да я сесть хочу нормально, я цивильный человек. Ты полотенце взял свое? Да, все взял. Сейчас я присяду тут, да? Оп, я в столовой, если что, сижу. Ты забыл, у кого оружие, что ли? Так, ням-ням. Ай-яй-яй! Все, иду. Ай. Пойдем быстрее. Пойдем быстрее, я тебе говорю. Давай, пошел вот сюда. Так, куда? Сюда. А чё там? Понятно. Ой, да. Так. Давай, вставай, внутрь залезай. Все. Оп, помылся. Ой, а я за... Сейчас, подожди, полотенцем протрусь. Это что у тебя, ну-ка? Это полотенце бархатное. Где его взял? Бабушка прислала. Да все нормально, все нормально. Ай, не стреляйте, пожалуйста, мистер полицейский. Какой-то ты очень подозрительный типок. Ладно, пойдем-ка на кухню, сейчас тебя надо покормить. Так. Кстати, я уже покушал. Все равно иди сюда. Ладно. Ты, да. Короче, пока никто не видит, я с тобой поговорю один на один, понял? Хорошо, у меня для тебя подарок. Что это за у тебя фигня тут вообще такое в инвентаре, а? Ничего. Что это такое? Это подарок. Что это для на день рождения. Правду мне говори. Правда, подарок. Это там, это сюрприз-бокс. Ссылочка в описании. Открывай. Чувак, вот ты мне тут шутишься тут? Да, шутка. Ай, да больно, сейчас умру. Не надо убивать меня. Слушай, ну ты тут это, давай-ка поосторожнее. Давай, открывай. Фу, Джеймс? Это питомец, собака. Чувак, да, я его сейчас застрелю нафиг. Не, ай, в ногу попал. Не надо, он ко мне. Ай. Ногу сейчас пострелю. Ладно, пускай он останется. Так, знаешь такую, короче, игру в тюрягах играют? Типа, ты должен выполнять мои задания, понял? Блин. Ладно, да, знаю. Джеймс. Короче, съешь вот эти глаза сейчас. А я не голодный. Я тебе сказал, съешь. Да я не голодный. Я не голодный, правда. О, так, голодный. Ладно, ем. Все, красавчик. Ой, голова закружилась. Ай. Так. Что-то плохо мне. Так, вставайте, говорю. Ай, не бей. Ну. Так, короче. Ага. Короче, вот здесь вот на втором или на третьем этаже спрятано одно послание. Вот ты должен найти его. Послание?
Ну, не послание, там подарочек, короче, тебе какое-какое будет. Хорошо, что в нашей инновационной тюрьме есть лифт. Поехали. Так, а на каком этаже? Так, сейчас я забыл. На втором, на третьем. Ну, не знаю, короче, где-то там, сям, посмотри, там. Да, а послание где-то в чем-то это? Ну, ты, короче, найдешь послание, там, сам поищи, я тебе там подсказки не буду говорить, просто буду говорить их там горячо-холодно. Давай, короче, я на третьем сейчас... этаже. Вот, все, вот здесь, короче, горячо-холодно. А здесь? Ну, так себе, там, посмотри сам. Я яблоко нашел. Теперь ты не выберешься отсюда. Откройте, откройте. Я еще один подарок дам. Вот. Теперь ты не... Так, быстро убрал это. Ладно. Чё это? Ух ты! Чё это за оазис такой? Ну-ка. Ай! Ты чё, совсем офонарел, что ли? Ты офонарел совсем? Какие-то жабы меня начинают душить. Ай! Тихо! Чё произошло? Бабахнуло что-то не по-детски. Так. Да в смысле, помоги мне. А мы на каком Офигеть. Этаже? Чувак, ты понимаешь, что ты вообще наделал? Ты понимаешь, что ты вообще наделал? Знаешь, за ты что меня... Знаешь, за что меня посадили? Так ладно, пора валить с этой тюряги, блин, эти надзиратели. Куда ты побежал? Тупой надзиратель дал мне рычаг. Куда ты побежал? Так. Чё это? Это что это за нычка? Это я копал, это такое копал 18 лет. Только не стреляйте, пожалуйста. Чё? У меня тоже пистолет есть. Ты чё, офигел, что ли? Сейчас я... Чё, перестрелка, да? Ну... Блин, а у меня... А ну пошёл отсюда. Патронов нету. Ай, всё. Я... Патроны закончились. У кого? Блин. У тебя? Чё делать? А вот у меня не закончились. Да блин! Понял, да? О, я на крыше, блин, как отсюда теперь спуститься? Ладно. О, тут вампир! А, все, я здесь. И... Оп! Оп! Ну давай, давай, это новое испытание тебе, давай, попробуй ага, от давай. Меня убежать. Да легко, давай, я же, блин... Так. Ай, блин! Давай, если меня обгонишь, то я тебе подарочек дам, давай. Посмотрим. Чё, офигел? Ай-яй-яй, не-не-не-не, все, я пошутил, шутка, это пистолет, это, водяной. А! Ха-ха-ха-ха. Я тоже упал. Так, давай, оп! Поднимайся. Оп, ну, да тебя... блин, да я боюсь, вы меня столкнете. Ничего я тебя не столкну, давай. А я столкнул. Шутка. Ты у меня тут доиграешь сейчас? Тихо, у меня есть вот это. Не надо. Тут бомбанет еще нафиг, это все. О, всего лишь кварц. Это круто. Давай, вылезай отсюда. Да вылезай, подождите. Да это сложно. Харе болтать. Да. Ай, да блин! Оп! Не. Чувак, оп. Вот ты влип, конечно. Я тебя сейчас достану. Нет. Блин. Я тебя сейчас достану. Да я откуда? Уже бегу. Откуда? Что у вас с лицом, дупа? Глаза какие-то маленькие стали на подбородке. Нормально все. Станет мне. Так, давай, проходи. Если не пройдешь за 5 сек, все, тебе крышка. Ты не выберешься отсюда никогда. Новые правила. Ай, не стреляйте, полусердечко. Давай быстрее. Если я сейчас упаду, я сломаю ногу и не очнусь. Ты меньше говори, я Да блин, делаю. Блин. Фух. Выжил. Давай. Какой-то слишком сложный паркур, блин, построили мои коллеги, которые уже сбежали отсюда. Да ты ж ты сам строил. Нет, я копал, они строили. Ой, я, кажется, вышел. Нет. Оп. Да блин. Стой, не падай. А теперь падай. Ты чё, офигел? Да блин, нет, не надо. Да как так-то? Да блин. Все, пошли. Так. Ладно. Вместе умирать так вместе. Уи! Ты сейчас сдохнешь там. Нет. Ну-ка. Что это за звук, чувак? Чувак, посмотри, мою деревню разграбили. Какого фига? Это кто? Подожди, я не вижу. Бежим отсюда! Они все за тобой. Нет, они все... Они разделились, они умные. Нет.
Это зомби-апокалипсис. У тебя есть пистолет? Есть. Нет, 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 бежим отсюда, бежим. А куда бежать-то? Нет. Я нашел идеальное место. Зомби тупые, они не умеют прыгать. У меня не хватит. Здесь еще и скелеты. Здесь какой-то чел. Здесь вампир. Здесь вампир. Черт возьми. Иди сюда. У тебя автомат. У меня голод. Какой голод вампира? А вон он, ты бежишь. Полтора сердечка, я сейчас нафиг. А у меня яблоки есть. Хы. У меня есть щит. А? У меня есть копье. И нож есть. Я могу тебе что-нибудь дать. О, зубо. А где все зомби делись? Наверное, после такого апокалипсиса. Блин, подожди, я тут. Меня сейчас убьют. Пока.